блин. Сломал, что ли? Не. Она вылетает. Ну что, правильно не делал, нет? Да, все нормально, да. Давай. И не смотрели на ленышек. Ну, сейчас открой. Нет, все нормально. Просто ремень, он вылетает. Смотри, Коля, подними, чтобы не забыть. Красного нет, нет. Она наверх должна, да? Конечно, бать. Ой, ты вот, вот эту открути. Люди прятал в музыку гонять, огород сажать надо. Здорово, Юру. Здорово, ты чё? Спасибо, Юрк. Поставили все? А вон, Юр. А чё снимаешь-то? Всё так быстро, что ли? Чё? Да. А долго, что ли? Там три болта, болт один открутил. Какой болт там? Одного? Нет, ну вот, вот где он, вот эту массу. Вот. Массу. Вот это же переворачивается, Юрок, да, он? Нет, так стоит он. Я не знаю, я и не помню, что там как уже. Нет, вот так. Ты ремень должен менял, что ли, новый? Нет. А что, грязный какой, блядь? Куда вот опил Кузьмич тебе? Да вон, говорю тебе, в огород. О, по самой крыле, блядь. Надо помыть, блядь. А то... Козел. Блядь, сил нет никто, вообще. Кончились? Все, нах, тебя ж до осени можно на прикол ставить. Почему? А что больше делать, все, а? Сейчас картошку посадить, больше все хуярит. Это как книжки только. Ты как, выходные? Ну хорошо, да, выходные? А чего хорошего, в огороде целый день? Ну это для себя же. Ну тебе работал бы, да? Работать тоже не стопить, не все. Все равно же работать же надо, Юрка. Блять, расстроился за это только. Потом Ванька сказал, ври. А ну-ка, ты тросик измазывал? Подожди. Газовый. Когда ты смазывал? Ну что, тоже надо это смазать. Смажешь, когда она культивируешь, он отходит обратно, блядь. Ну, тросик. А, когда смажешь? Да. Ну да, есть пока фигня, тоже замечал. Опять газовать надо. Есть такая фигня у меня. Здесь, бать, а ты, Юрк, вот, а? Ничего не протягивал? Нет. Если ни масло не капает, что протягивает. Нет, сам этот. Ну она ты от вибрации этот, болты там крутит. Вот. 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 Вот.
сейчас ты себе тут, блядь. Вот эта ручка красная сломалась и все. Вырвал ты ее. Психанул. Я ж слышал, как ты ругался. Я ее вот так нажал, блядь, и сломался. Он сейчас не нужен, наверное. Оставь провода, надо быть. Ну что, огород посеянный, музыку гонять нам. Майские праздники. Надо все с душой. Так у него прям все в сборе там, да, ведь? Кто? Ну, тумба там вот, видишь, как ударный, а он только на клавиатуре. Ну да, синтезатор такой. Он играть только с ним. Он вот такой, это коробка. Батя, а где ВДшка? Что за ВДшка? ВДшка надо, но силиконовая смазка надо. А это обычно маслом что? Масла нет, ВДшки нету. Я вот его хотел развернуть, вот так сделал. Тут же видишь, ямка есть. Ага. И здесь ямка. А, чтобы вот так вот? Да, можно ее перевернуть, она чтобы вот так была, здесь, наверное. Потому что, когда в калитку заезжаешь, все равно же задеваем, да, это? Бывает вот такая история. Сейчас же видишь, как стоит? Вот. Его вот надо сделать вот так вот, чтобы она была. Блять, я как думаю, как она снимается, так и не догадался. Наверное, одно, блядь. Нет, это не двигается. Либо вот здесь вот откручивать надо, вот этот сам трекер. Чтобы его раз вытащить, развернуть и перевернуть вовнутрь, блядь. Да вот это просто разогнуть. А вдруг сломается. Это свободно. Айда оставь как есть. Не надо, не... Дай плоскогубцевать. Не трогай, пожалуйста. Ну а что ты это, кстати, это охрененная идея. Между прочим, давай. Ее постоянно задеваешь, да, блядь. Вот куда заезжаешь, я же всегда заметил, блядь. Это обязательно, блядь, это задень, блядь. Вроде держишь, блядь. Какая? Как дела? Так, стандартный тросик стоит вот так вот. Командира. Мы попробуем переставить вот так вот. А, блядь, электроник. А где мама? Не знаю. Арбас, посмотри, да? Нашел что-то? Поэтому. Поэтому мы разогнем сейчас. Мочка я зовут. Похвой пелен, как бегает. Илюшка, отойди-ка. Папа, а можно я ее отпущу? Быстрее. Иди сюда, собачка. О, ручеек. Фу, пошли. Пап, можно я ее отпущу на территорию? На территорию можно. Крапивник, как бы. Вольтерет. Вольтерет. Я вот сейчас забыл, но может надо было спросить, блядь, может другие есть какие-нибудь крепления такое? Ну? На эту что-то вот. Стой, куда ты это? На эту близко что-то получается. Когда. Казует же у нас когда? Когда вот так туда идет? Может сюда поставить? Как ты поставишь с дыркой здесь, блядь? Нет, за это произведу. Да, конечно, что, блядь, сломал здесь за то, что. Нет, Вова, блядь, ставить надо на старое место. Там у меня масло в шприце было. На шприц. Да нет, ну. А здесь, блядь, это стоит. Чё? Вот. А вот что-то если сделать. Нет.
А если сюда сделать, все лучше будет. Ремень, блядь, меньше едет. Сюда на... Отработаешь, пойдет? Конечно, пойдет. У нас тогда зови. У нас тогда получается наоборот. Сюда обжаловка будет, сюда будет. Нет, не смазывай, тут туда сладко чуть-чуть. Где? Таня! Да ты как я? Таня! Ебать, у вас что, затянут так сильно? Сладко. А что, не можешь? Привет, Привет, Аня. Вот, вот так попробуй. Зачем? Вот так попробуй. Попробуй, не лей-ка. Ну все, успей. Вот, зачем смазывать сейчас? Когда она вот здесь ослабляется. Почему? Я за ней не могу так. А зачем ты ее так отпустила? Я разрешил. Вы что, вдвоем потом будете бегать искать? А что, она такая не эта? Я не доверяю ей. Электроники, они не доверяют? Она у нас дурочка веселая. Твердостная. А вот дырень быстро ты. Ну ладно. Только стой там, чтобы она дёрн не дала. Я не доверяю, вы что доверяете, знаете, как фунтная скотина. Да на вас здесь. Мёд, глаз упали. Глаз. Давай буханем. Три дня хотя бы, в недельку не хочется, все пройдет. Обухается. Это, наверное, там самогонка чересчур уже за это, состоявшаяся. Она уже все, блядь, застала. Хватит, не лей, ты тут смотри, вот видишь она, и смазывать не надо. Это же не тросики, это как его, спираль. Тем более, ну мне так кажется. Я вот, конечно, тебя, ну сейчас чуть-чуть вот поэтому. Я вот когда культивирую, затягиваю ее, чтобы и то отходит, блядь. А так высоко не будет? Не знаю, посмотрим. Вот, конечно, я зря этот, может, мешать будет. Да? Но факт, что задевать нигде не будет. Блядь. Вот я в калитку заезжаю, постоянно, блядь, этим задену, блядь. Вот постоянно, вот ее в сторону убираю, но все равно каким-то моментом зацепляется она. Нет, а так, если работать будет таки, блядь, хули ее один раз включил и все, да? Ну, блядь, надо будет, как один раз включил, и не автоматически. Это сюда. Вниз, наверное, газ включать, да? Я не знаю, как. Подожди. Же лучше же. Ну ты попробуй прокатись. В общем, все сделали. Смазали.